Несколько недель назад я начал учить о ответственности родителей. Почему все родители вышли в коридор? Они убежали? Очень важно что решающая ответственность за ваших детей не находится в общине. И не в школе. Пять моих детей учатся в школе. И я до сих пор разочарован всей системой образования. Возможно, я не выбрал правильную школу. Но это то, что дают нам всем. Мы живем в нормальном месте, и школа выглядит неплохо. אני ממש רוצה להגיד שלפעמים סטנדרטים תנכיים לא נמסרים לילדים. Но я могу сказать то, что не всегда стандарты Танаха передаются детям. ומאוד חשוב שאנחנו כהורים יכולים לשבת ולדבר עם ילדינו. И очень важно, чтобы мы как родители могли сесть и говорить с нашими детьми. ואני כבר הצעתי שאנחנו כקהילה. Я уже предложил, чтобы мы как община. כל משפחה במיוחד. Каждая особенность и семья יכולה לקחת יום אחד, ערב אחד בעצם. Могла уделить один день, один вечер. וללמוד יחד עם ילדים שלכם. И учить вместе с вашими детьми. כי אנחנו לפעמים מחפשים איך להושיע אנשים מהעולם. Как, потому что иногда мы ищем, как спасти детей от этого мира. אבל הנה הם יושבים מולנו. Ну вот они сидят перед нами. ופה אנחנו צריכים להשקיע מאמץ. И здесь мы должны приложить усилия. אז אם אתם רוצים פירות בבית, если вы хотите дома добрые плоды, אז אנחנו צריכים להשקיע בזה. То нужно в это вложить усилия. אוקיי. אנחנו נמשיך בעתיד עם ה... Мы в будущем будем продолжать говорить о том, как быть хорошими родителями. А я хочу вернуться к теме, которую мы прекратили посередине. Кто помнит, из какой книги из Святых Писаний мы учили? התגלות. Откровение. התגלות יוחנן. Откровение Иоанна. מישהו זוכר באיזה פרק אנחנו עצרנו? Кто-то помнит, в какой главе мы остановились? А? 18 או 14? 14 или 18? 18. 18. אבל אני רוצה בקצרה לדבר קצת מ... Я хочу коротко сделать обзор нескольких глав до этого. Есть люди, которые говорят, я не читаю Откровения, потому что оно слишком сложное. Оно не настолько, не сильно сложнее, чем Исаия или Иезекииль, то же самое. לפעמים אנשים חושבים, אם אני קורא משהו, אני חייב להבין כל מילה ומילה. Если иногда люди думают, что если я что-то читаю, я обязан понимать каждое слово. אני רוצה להגיד לכם שתנ"ך זה ספר כל כך עשירה שאם אתם לא מבינים הרבה, זה לא בעיה. Я хочу сказать, что תנ"ך настолько глубокая книга, если вы не понимаете все, это не проблема. ובגלל זה כדאי לקרוא ולהמשיך. Из-за этого стоит читать и продолжать это делать. ואז אנחנו תופסים יותר. Тогда мы больше понимаем. И если есть места, которые непонятны нам, слишком сложные, возможно, они недоступны нашему разуму. מיסטיות בתוך כל בן אדם. Но есть внутри каждого человека мистические места. Рух, нешима. Есть душа и дух. Есть дыхание внутри. Хомер, литорер, лакшив,
леруах Адонай. И иногда эти наши части понимают из сложного материала, они принимают для себя Святой Дух и силу для того, чтобы продолжать. Пашут машу нифтах бифним. Просто что-то открывается внутри. Веулай баатхала ата афилу ло мовин шинуй. И, возможно, вначале ты не понимаешь, какое изменение есть. Ахарей ата питом атхил литфос гам микитвей кодиш гам михаим ютер ве ютер. Но потом ты из Святых Писаний, из жизни понимаешь больше и больше. Аваль кшанахну корим сфарим невуим царих тамид лавин. Но когда мы читаем пророческие книги, нужно всегда попытаться понять, шезе невуа, что это пророчество. Зело арифметика. Это не математика. Зело эхад плюс эхад. Это не один плюс один. Велифамим еш цурот ве избирим. Шоним. И есть иногда разные формы и разные объяснения. И не всегда нужно все понимать. И как всякая книга в Святых Писаниях, большая цель — это каждому читающему дать страх Божий и укрепить свою веру. Если мы читаем נבואות של יחזקאל, ירמיהו, ישעיהו. Если мы читаем пророчества Исаии, Иеремии и Иезекииля, שהם קשים, которые сложные. אז יש שם רמזים על ישועה. Есть там намёки на Иешуа. יש שם רמזים, יבוא גואל, ויהיה כך וכך וכך. Есть намёки, что придёт искупитель и будет таким и таким. אז בספר התגלות כבר קרה, ישועה כבר הגיע. В книге Откровения это уже произошло, Иешуа уже пришёл. וכותב פשוט מחזק הבנה שלנו שהוא הופך להיות מרכז אמצע של כל דברים שקורים מסביב. И автор укрепляет нашу веру, что он будет центром того, вокруг него будут происходить разные события. Есть דברים בפנים שקשה להבין. Но есть также и вещи внутри, которые сложно понять. לדוגמה, בפרק 13. Например, в 13 главе קראנו על חותמת של אויב, של סטן, על היד, על המצח. Мы прочитали о печати врага. И что там должно быть в этой печати? Кто-то помнит? 666. Какое значение слова 666? Анашим мияд матхилим листакель баркод. Люди сразу пытаются смотреть баркод на разных товарах, что там есть 666. Улай. Возможно, это так. Улай, ты понят. Возможно, немножко. Аваль машмаут агадоль. Но большое значение. Шеш. Бьем хашиши элухим барает бен адам. Шесть — это в шестой день Бог сотворил человека. Ве 666 — зе машу энуши меод. И 666 — это очень человеческое число. Йоханан безмано квар амар шеш мале цурей машиах шеем баулам. И Иоанн в свое время сказал, что есть много антихристов в этом мире. Веем квар баулам. И они уже в этом мире. Веем квар осим авуда негед элухим ве негед Йешуа. И они уже делают работу против Бога и против Йешуа. Аз им анахну нофлим ле параноя, о, ми, Обама, Путин. И если мы, как параноики, пытаемся узнать, кто это, Обама или Путин. Улай Генри Киссинджер. Возможно, это Генри Киссинджер. Аз анахну нофлим леот холим, махала нефеш. Так мы становимся душевно больными. תשמעו, בכל, לצערי הרב, כל מנהיג היום לפעמים עושה משהו נגד אלוהים. К сожалению, каждый великий лидер сегодняшние дни что-то делает против Бога. אבל כמו שדימה לימד, но как учил Дима, לפעמים אלוהים משתמש בטעויות של המנהיגים, иногда Бог использует ошибки лидеров, בשביל לעורר בתוכנו יותר יראת אדוני, для того, чтобы внутри нас возбудить Божий страх. אבל 666 משמעות שהדבר יהיה מאוד אנושי. Но 666 — это значение то, что будет что-то человеческое. כנראה איזשהו חוזה. Возможно, какой-то договор. כנראה איזשהו קונסטיטוציה. Возможно, какая-то конституция. ואתה תהיה חלק מלהחליט, אתה מקבל או לא מקבל את זה. И ты будешь частью того, чтобы решить, решить, принять это или нет. В 14 главе мы учили про 144 тысячи праведников. И там написано девственники, которые не знали жены. Я спрашиваю, задаю вопрос. Вступать в брак — это грех, согласно Святым Писаниям? ראשונה. Согласно Святым Писаниям, это первая заповедь. וכנראה משמעות כאן לא בגלל יחס אינטימי עם
И здесь не имеется в виду интимные отношения внутри семьи. Но духовная распущенность. Те, которые предают Бога. И выбирают идолов. И 144 тысячи — это символическая цифра. Те, которые выбрали Бога, и всегда в этом ходили в правильном направлении. Теперь есть разные группы в мире, которые говорят, у нас эти 144 тысячи. Кто-то знает такие группы? Микорея, тамид Микорея. Всегда в Корее все происходит. Миод. Еще кто-то? Ну, нахон. Эмдовким подерет мы умрем, а таро цели истарефли миспар. Свидетели Иеговы ходят по домам и спрашивают, хотите присоединиться к этому числу? Венотним леха миспар ми купат холим. И дают тебе талончик, который они взяли в очереди в купат холим. И ты думаешь, о, я 575, я уже внутри. Они я смеюсь. Кто еще? Какие еще группы говорят про 144 тысячи? Коли хад роцели от нифхар. Каждый хочет быть избранный, марморы. Есть разные группы, которые думают, мы в этих в этом числе. Бихира. Избрание. Льет нифхар. Быть избранным. А тем юдим пам, кше 12 талмидим алху ахарей Иешуа. Когда 12 учеников пошли за Иешуа, идиши мама ихад байлав. Одна еврейская аидиши мама подходит к нему и говорит ему, послушай, абаним шили, анахну ми ашкеназим. Мои сыновья, мы ашкеназы. Анахну лёхмо Питер, Питер ве Натанеля или Спарадим. Мы не как марокканцы Питер и Натанель. Анахну ми мишпахат Завиди. Мы с семьи Завидеев. Астен ле бен шили решен ли ее цара битахон вели бен шини цара о цар. Поэтому тогда одному моему сыну в качестве министра безопасности сесть по правую руку, а второму в качестве министра финансовой по левую руку. Вы еще, Омар, тишми. Еще говорит, слушай. Охи махара лёра кашкеназим. Не только ашкеназы за мной идут. Гам сфарадим. И сефарды тоже. Ве... И ты не понимаешь, о чем ты просишь. Есть терминология шона башамаем. Есть другая... Терминология на небесах. Грядущий мир не такой, как этот. Там нет гордости житейской и гордости плоти. Тот, кто готов больше всех служить, он будет самым избранным. Тот, кто ищет того, чтобы поддержать ближнего, тот будет избранным. Избранным. Когда мы смотрим на Святые Писания, теоретическим образом Господь избрал только один народ, который будет принадлежать Ему. Возможно, кто-то знает, кто это за народ. Израильский народ, мы поднимаем книгу. Мы поднимаем Тору и говорим, спасибо, что избрал нас из всех народов. Но потом в Иешуа открывается еще что-то. И в послании к Ефесянам и к Римлянам написано, что Бог через Иешуа избрал многие народы. Они не стали евреями по крови, нет. Но они стали частью Божьего народа. И это то, что называется избранием. И есть сын Израиля.
есть сыны Израиля, как написано в Торе, которые потеряли этот статус. Написано, если ты грешишь и делаешь это и это, то твое имя стирается из Израиля. Это очень опасно. Почему мы все время говорим, придерживайтесь стандарта? Придерживайтесь стандарта. В христианский мир зашла ложь. Только будь верующим. Почему? Луци цитатами в китвей кодешкаль. Очень просто выдрать цитату из святых писаний. Можно выбрать такую цитату, что ты черный, будь белым. Но если мы смотрим на значение, и Яков объясняет, если ты верующий, то делай дела веры. Модерним, та се мицвот. На современном языке это соблюдай заповеди. Мицвот, что Моше натан. Соблюдай заповеди, которые дал Моше. Маше Иешуа амар. И что сказал Иешуа? Ма Иешуа амар, ми охев ути. Что сказал Иешуа? Кто меня любит? Миша маамин би. Тот, кто в меня верит. Миша осе маше аницивати. Тот, кто соблюдет мои заповеди. Аскаль. Поэтому легко калавин, понять кашеласот. И трудно сделать. Аз энлану цорых, коля зман льет бамахшивот. Вау, лай они хатамти батау тахат эскем 666. Поэтому нам не нужно думать каждый раз. Возможно, я не специально подписал договор 666. Ве лёки дай лану коля зман лахшов, о, и не нужно каждый раз думать, возможно, я не зайду в число 144 тысячи избранных. Ищи желание Господа. И Царство Божьего тем, как ты живешь. Ты святой. Но ты запустил свою семью. Ты пренебрег детьми, они сидят в мусоре. И ты только своими удовольствиями занят. Святые Писания говорят тебе, что ты хуже неверующего. Пам эхад амарта мила Иешуа слах ли ата зеу кмо байканур ата квар тас лимала? Ты думаешь, если ты один раз сказал, Иешуа, я принимаю тебя, прости меня, ты как будто на ракете полетишь в космос, забудь об этом. Вейне анахну корим ба итгалут. И мы читаем в Откровении. Аль коль миней дварим ше корим ба беулама рухани. Про все те вещи, которые случаются в духовном мире. Анахну корим эйх малахим мишахририм каас элухи. Мы читаем, как ангелы высвобождают гнев Божий. Шофтим это ра. И судят зло. Акшав они руцили шоль шейла. Я хочу спросить, задать вопрос. Матем хошви мазе ра баулам. Что вы думаете, что такое зло? Мазе ра баулам. Что зло в этом мире? Слыха? Окей. Эфо ше хасер давар тов. Зло – это недостаток добра. Эфо ор, эфо ше пахот хоше. Да, свет – это там, где нет тьмы. Од. Еще. А? Окей. Масим раим, яфе. Плохие поступки, да. Знахон, то там шихули. Окей, они рутили шоль шейла ютер рахава. Я хочу более широкий вопрос спросить. Мазе ра баулам. Что в этом мире зло? Миус сатан баулам. Кто дьявол в этом мире? Омед негед элухим. Тот, кто противостоит Богу. Ирина, хаяв лагид лах шело маским бетокев. Я хочу сказать, что я не согласен с содержанием. Я скажу почему. Тот, кто противостоит Богу, нет в принципе такой силы в мире, которая может противостоять Богу. Он может противостоять верующим. Возможно, может противостоять некоторым ангелам. Но Богу он точно не может противостоять.
כתוב בכתבי קודש. написано в святых писаниях. אני אלוהים, ישעיהו אומר ככה. Исаия говорит. אני עושה טוב ועושה רע. Я делаю добро и делаю зло. לפעמים מוח נוצרי ואנשים, הרבה אנשים יתרגלו לדבר הזה. Возможно, христианский мозг и многие люди привыкли к этому. שסטן זה מי שתמיד רץ בשביל לפגוע בך. Что дьявол всегда воюет, чтобы тебя поразить. במחשבה של כתבי קודש. А мысли святых писаний. באחורי טוב ורע עומד אלוהים. Это такие, что за злом и за добром стоит Бог. והוא משתמש בדברים בחיינו. И он использует эти вещи в нашей жизни. בשביל שתוצאה תמיד שאנחנו נשתפר. Для того, чтобы в результате мы всегда улучшались. Ве, сатан זה כמו כלי שלו. А дьявол это не более, чем его инструмент. והוא פעם לדוגמה השתמש באיוב. И один раз он использовал его в жизни Иова. А тем зухрим сипур шел Иов. Помните рассказ про Иова? הרבה אנשים חושבים שזה רק סיפור, זה לא היה בצורה אמיתית. Многие думают, что это только рассказ, что такого не было на самом деле. אגב, אני מסכים גם עם זה, שזה דוגמה. Я тоже согласен с тем, что это некий пример. אבל אם אתם חושבים אחרת, לא מפריע לי. Но если вы считаете по-другому, мне это не мешает. אבל שם אנחנו לומדים שאלוהים משתמש בשטן בשביל לפתח, בשביל לבדוק. את אמינות של איוב. Но мы читаем о том, что Бог использует дьявола для того, чтобы проверить верность Иова. לפעמים, ועל זה כתב ברית החדשה במיוחד. Новый Завет написан об этом. שם כתוב, אלוהים לא מפתה את אף אחד. Написано, что Бог никого не искушает. אלא כל אחד מקבל פיתוי בגלל שהוא עשה פעם חטא. Но каждый искушается из-за того, что сделал когда-то. כלומר, עשית משהו לא טוב. Например, сделал что-то нехорошо. פתחת, שברת את הגדר שלך. То ты разрушил уже свой забор. והנה סטן פה. И вот дьявол здесь тут. ומתקיף אותך. И тебя атакует. ואם אנחנו חושבים בלוגיקה, בשביל מה? Если мы думаем логически, то для чего? בשביל שאתה תבין מה עשית לא נכון. Для того, чтобы ты понял, что ты сделал неправильно. שאתה תחזור בתשובה. Чтобы ты покаялся. Ты вакеш ме Элохим шмира. И попросил у Бога защиты. Ты скиру это тфилата Адон. Заполните молитву Господню. Шмор оти ме питуй ваальтави оти лераа. Сохрани меня от искушения и не дай мне быть испытываемым злом. Векен сатан минасе литфос отану, авал эйфу хутофес отану. Дьявол пытается поймать нас, где он нас ловит. Эйфу шанахну потхим делет. Там, где мы открываем дверь. А зэмаре шанахну лё шлемим. Поэтому показывает, что это мы не совершенны. Ветамид. תמיד אנחנו פותחים דלתות. И всегда мы открываем двери. אבל חסד אלוהים איתנו. Но Божья милость с нами. כמובן, לפעמים קורה משהו נורא. Конечно, иногда происходит нечто ужасное. כמו עכשיו בסוריה. Как сейчас в Сирии. או כמו סטלין הרג миллионим. Или как Сталин, который истребил миллионы. О Гитлер, шарах миллионим. Или Гитлер, который истребил миллионы. О Махане Рикуз. Или лагеря смерти. ובמוח אנושי קשה לנו להבין. И своим человеческим разумом сложно אנחנו понять אומרים, это. אנחנו אומרים, сатан קפץ ועשה את זה. Мы говорим, да, дьявол встал здесь к власти и сделал все אבל это. אבל בעצם Но в принципе תמיד אנחנו יכולים גם להסתכל את זה בצורה אחרת. Мы можем на все на это посмотреть другой стороны. ורוצים, יכולים לראות שעמים חוטאים. И мы можем посмотреть, что грешащие народы מקבלים דין. Получают суд. מצדק. От праведности, от Божьей праведности. אבל כל הדברים האלה הם קורים באזור איפה יש מה שנקרא זמן. Но все это происходит во временном отрывке. בעניין אסכתולוגי. אסכתולוגיצ'קם מירי. בעולם שאין לו סוף. В мире, где нет конца. אנחנו מסתכלים, וזה התקווה שלנו. Мы смотрим, и это наша надежда. שאלוהים מרחם. Что Бог милует. מביא אותנו לתקומת מן המתים. Он милует нас, и мы получаем воскресение из мертвых. ושם אין רע יותר. И там больше не будет зла. אנחנו קוראים בכתבי קודש ביטוי בבל. Мы читаем выражение в святых писаниях Вавилон. מה זה בבל? Что значит Вавилон? זה לא עיר שהיה שם באזור של עיראק. Это не город, который был в Ираке. כמובן, עיר גם. Конечно, город тоже был. אבל במובן של ההתגלות. Но в смысле откровения. זה יותר רע שמשתחררת מבני אדם. Это зло, которое высвобождается из людей. ומושכת.
Рашел Сатан. И привлекает зло дьявола. Агав, Сатан, זה לא רק מישהו אחד. И сатана это не кто-то один. במובן התנכי, в танахическом смысле. Сатан זה מלא מלאכים וכוחות שמתנגדים לבני אדם. Сатана это много власти и ангелов, которые противостоят человечеству. וכן אפשר להגיד שבמקרה שלך זה סטן, אבל בטח שם איזשהו שד או איזשהו מצב מיוחד. Возможно, и можно сказать, что в твоем случае это дьявол, но это какой-то может быть бес или какое-то положение специальное. Окей. כמה מילים מכתבי קודש. Несколько слов из святых писаний. אז אני ככה בשלוף הלכתי מפרק 13 עד 14 ו-15. Я прошел 13-14 главу. וכאן בפרק 16 אנחנו לומדים על מכות שבאות משמיים. И в 16 главе мы учим о казнях, которые приходят с небес. אני לא רוצה לקרוא את זה עכשיו. Я не хочу читать. אבל תמונה מאוד מאוד דומה מה שקרה ביציאת מצרים. Но очень похожая картина на то, что произошло при выходе из Египта. אתם זוכרים עשרת המכות. Помните 10 казней. והנה האימפריה של רע נפלה. И вот империя зла упала. מצרים זה כמו סמל של עולם הזה. Или Египет как символ этого мира. אבל בבל זה משהו יותר מסובך. Но Вавилон это что-то более сложное. זה לא רק סמל של עולם הזה, תאוות בשר. Это не только смысл этого мира, похоть плоти. זה גם ההסכם שלנו. Это наше соглашение. ללכת ולעשות רע. Идти и делать зло. לצערי הרב, כמעט כל אחד מאיתנו. К большому сожалению, почти каждый из нас. Шам ופה היה מעורב באיזשהו רע. Тут и там был вовлечен в какое-то зло. וזה לא רק היה חטא חד פעמי. Это не был грех, а однажды совершенный. לפעמים התמלאנו בכעס. Иногда мы наполнились злом. כמו שישוע אמר. И как Иешуа говорит. לא רק להרוג זה חטא. Не только убивать это грех. אלא לחשוב בשנאה זה חטא. Но думать с ненавистью это грех. אני בטוח שאם אנחנו עכשיו מתחילים לזכור. Я уверен, если мы сейчас начнем вспоминать. לא פעם ולא פעמיים בחיינו היו מחשבות. Не раз и не два раза в жизни были мысли. שהייתי לוקח אותו או אותה. Что я бы ее или его взял. והייתי חוטא אותו בחתיכות. И просто разорвал бы на части. זה כמו אורג. Это как убийство. והדברים האלה מתוכנו משחררים כוחות, influence, השפעה. И это высвобождает из нас влияние. שגם מסתובב בעולם. Которое крутится в этом мире. זה הכל בבל. Все это Вавилон. קומבינציה של אויב ושדים וגם רצונות וחטאים של בני אדם. Комбинация врага и бесов и похоти плоти. והנה אנחנו לומדים. И вот мы учим. שכל המשפטים האלה נופלים ונופלים. Что эти суды падают и падают. מאלוהים. От Бога. בשביל לשבור את הסטרוקטורה המיסטית הזאת, בבל. Для того, чтобы разрушить эту мистическую структуру Вавилона. אני קורא פרק 16 מפסוק 18. Я читаю 16-18. И были молнии, крики, громы и землетрясения. Такого землетрясения еще не бывало с тех пор, как появился на земле человек. Великий город раскололся на три части, города языческие рухнули. Бог вспомнил о великой столице Вавилон и дал ей чашу с вином своей яростного гнева. И обратились в бегство все острова, и гор больше не найти. С неба на людей пал град громадный, и люди проклинали Бога за напасть. С градом, потому что уж очень велика была та напасть. Перек Швайсер, они курами Атхала. Идгалут. Анахну Байдгалут, истаклю Шамбасмахем. Они курами Атхала. Пришел один из семи ангелов, те, в которых были семь сосудов, и заговорил со мной: смотри, я покажу тебе, какая кара ждет великую развратницу, сидящую у многих рек. אני שמעתי כל מיני פירושים מי הוא בבל. Я много слышал разных толкований, что такое Вавилон. יושב על שבע ערים. Сидящий на семи горах. אנשים היו אומרים זה ניו יורק. Люди говорили это Нью-Йорк. אנשים היו אומרים זה מוסקווה. Некоторые говорили это Москва. זה לונדון. Лондон. זה כן ולא. Да и нет. כל עיר גדולה בעצם מוציאה מעצמה המון חטא
вера. Каждый большой город из себя, да, выносит много зла и греха. Велифамим гамаль Иерусалим катув шезе кмо Содом ваамора. И иногда даже про Иерусалим пишут, что это как Содом и Гамора. Катув бакитвей кодеш ир шел Элохим, ваэлохим микане ото Содом ваамора. Написано, что город Господа и Господь называет его Содомом и Гаморой. Ани хошев шезе таут ладбик это шем Бавель аль эйзешу ми ир. Я думаю, что это ошибка Вавилоном назвать какой-то человеческий город сегодня. Это концепт, что улег негет Элохим. Это тот концепт, который восстает против Бога. Гава. Гордость. Вепоба киила азот ани ло мимиат миламед аль антибавель. И в этой общине я много учу против против Вавилон. Ани ломед аль антибавель, антивавилон, шеба Авраам, ба Исраэль, бет им им маминим ба Йешуа Элохим усе конгломерат ам Элохи. Я много учу про антивавилон, то, что Бог в нашем народе через Израиль может дать этому противостояние. Зегам Израиль, зегам маминим ба Йешуа. Это Израиль и вместе с верующими Йешуа. Зе квуца гдула. Это большая группа. Китвей кодеш миканим ута ам Элохи. И святые писания называют ее Божий народ. Вейне катув кан ба перек 16 ве 17. И написано в 16-17 главах. Ши Элохим озер ле עם שלו. Что Бог помогает его народу. והוא בעצמו תוקף ושופט את הרע הגדול שהיא קומבינציה של כל מיני רע. И сам атакует и судит большое великое зло, которое является комбинацией многого зла. Пастор אחד לימד, אני שמעתי לימוד הזה. Один пастор учил, я слышал учение. Что Вавилон זה בעצם סעודיה. Что Вавилон это Саудовская Аравия. איך הוא הוכיח את זה? Как он это доказал? הוא אמר, תשמעו, יש שם קיים עבדות עד עכשיו בסעודיה. Он сказал, что это единственная страна, где до сих пор есть рабство. יש שם אנשים עשירים שיש לו בעבדות 300-500 נשים. И есть в рабстве 300-500 женщин у одного шейха. לרבים יש דברים כאלה. У многих есть такие. והם פשוט דמות של הרע. И они являются прообразом зла. אבל כל מנהיגים גדולים בעולם. Но все великие лидеры в этом мире. לוחצים להם יד. Жмут им руку. למה? Почему? אלה שתמיד אומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. Те, которые кричат про демократию. כי אלה בסעודיה מחזיקים בנפט. Потому что в Саудовской Аравии много нефти. והם נותנים נפט, לא נותנים נפט. И они могут дать нефть, а могут не дать. Это деньги. ובעצם איך שהוא הסביר זה נכון גם. И то, что он объяснил, тоже правда. ואלוהים פשוט שופט את זה. И Бог будет судить это. אבל אני עדיין מאמין שבבל זה לא סעודיה. Но я все-таки верю, что Вавилон это не Саудовская Аравия. זה רע עולמי. Это зло вселенское. ותשמעו מה שאמרתי עוד פעם. И послушайте, что я сказал еще раз. זה לא רק מבוסס על אויב, על שטן. Оно не основано только на враге, на дьяволе. זה גם אנחנו. Это и мы тоже. שאנחנו עושים מעשי רע. Когда мы делаем злые дела. וכשאנחנו מחויבים להיות רעים. И когда мы обязуемся быть זה злыми. זה מוסיף לכוס הזה. Оно дополняет этот стакан. לדמות הווירטואלי. В этот, для того, чтобы создался некий виртуальный образ. אני קורא 17 פסוק 2. שני развратничали цари земли и жители земли упивались вином ее разврата. Затем он привел меня, охваченного духом, в пустыню. И я увидел женщину, сидящую на красном звере, покрытом кощунственными именами. דווקא מאוד דומה לסעודיה. Она, конечно, похожа на Саудовскую Аравию. הם שונאים את אלוהים. Они ненавидят Бога. יש להם שם את האסלאם, וחבים, ודברים כאלה שהם להרוג בן אדם זה כמו כיף. И у них там ваххабисты, ислам и всякая дрянь, которая убивает людей. Женщина была одета в пурпурные алые одежды. Они блистали золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Им махзиким ба ошер, ошер физи. И у них очень много материального богатства. Пасук хамеш на лбу нее написано: «Тайна, Вавилон, великая столица, мать развратницы мерзостей земле». И увидел я, что женщина пьяна от крови народа Божьего и крови свидетелей Йешуа. Эмшамба Саудия Суним. את מאמינים בישוע. Саудовская Аравия, они ненавидят верующих в Йешуа. אבל זה שטויות לעומת כל רע עולמי. Но это глупости по сравнению с
вселенским злом. И вселенское зло это и есть Вавилон. И вот мы читаем, как Бог судит его. ואנחנו לא רוצה להמשיך לקרוא בפסוק הזה, אבל אנחנו רואים איך אישה הזאת קשורה לסטן. Но мы, я не буду читать все это, но мы видим, как эта женщина связана с дьяволом. אתם זוכרים תמונה? Помните картину? איך כלב רץ עבור הזנב שלו? Как собака бегает за своим хвостом? По кругу собака носится, гоняется за хвостом. אחד תומך בשני. Один поддерживает другого. חטא של Адам, грех человека, миурер ра, пробуждает зло, вепотех длатот ле сатан, и открывает двери для дьявола. Сатан михазек ра бетох бен адам. Дьявол укрепляет зло внутри человека. Веадам осе ютер ра. И человек делает еще больше зла. Веютер мишахрер ра. И еще больше высвобождает зла. Вемошех ютер коах шел геном. И еще больше привлекает силу ада. Раз, каха, по всему вазе. И бегает по этому кругу. Вимималет улам бе ашпаа сатани. Бамаши митнагед ле Элохим. И наполняет мир дьявольским влиянием, то, что противостоит Богу. Бемишкалон шел Элохим. И на весах Бога. Йом эхад. В один день. Кмо шекара им мелех шел парас дарий. מספיק, סיימת, עשית יותר מדי. אתם זוכרים, יד יצא מהקיר וכתבה, מספיק. Как произошло? Мене, мене, текел ואופרסים. Как произошло в одни царя Дария, когда вышла рука и написала на стене, что все, чаша преисполнена, хватит. Во-первых, 18 אנחנו רואים שבגלל מכות. И в 18 главе мы видим из-за казни. Бавель нофель. Вавилон падает. 18:2. 18:2 стих. Малах цаак, нафаль, нафаль Бавель. Ангел закричал, упал, пал Вавилон. ובפסוק 8:9 כתוב. И в 8-9 стихе написано. Малахей олам. Ангелы мира. Бохим על איבוד הזה. Плачут над этой потерей. Лама. Почему? כי כל הרע הזה נתן להם כוח. Потому что все это зло давало им силу. Шельтон. Власть. Яхолет להיות בשלטון מעל אלפי מיליונים של אנשים. Возможность властвовать над тысячами, миллионами людей. וזה בדיוק על מה שמדבר יוחנן. И то, что об этом говорит Йоханан. שעולם הזה הוא מלא בתאוות בשר, אבל גם מלא בגאווה. Что этот мир полон похоть плоти и также гордости. ולמה אנחנו נקראים בכתבי קודש פעם אחרי פעם להיות צנועים? И почему на святые писания раз за разом призывают быть скромными? לפני שבועיים למדתי, о אדם, מה דורש ממך אלוהים? 2 недели назад моя тема была: человек, чего требует от тебя Господь? מה דורש ממך אלוהים? Чего требует от тебя Господь? לעשות משפט. Творить суд. להיות ענב. Быть смиренным. ולהיות רחמן. И быть милостивым. זה נגד בבבל. Это против Вавилона. איך אתה מוסיף למלחמת צדק נגד רע? Как ты поддерживаешь войну правды против зла? Кто-то знает? Улай батфила? Может быть, молитвой? Ло. Нет. Тфила узерет лиха. Молитва помогает тебе лично. Улай бакрият танах? Возможно, чтением слова? Ло. Тоже нет. Крият танах узерет лиха. Чтение слова помогает тебе. Аваль кшата усе маасей мишпат. Но когда ты творишь суд? Ве ата מורידת אף שלך והופך להיות בן אדם נורמלי, פשוט. И опускаешь свой нос и становишься нормальным, простым человеком. ואתה מרחם על אחרים. И милуешь других людей. בעצם זה משחרר ומחזק פעולת אלוהים נגד בבל. Это высвобождает действие Бога против Вавилона. פרק 19. 19 глава. יוחנן מרים עיניים. Иоанн поднимает свои глаза. עד עכשיו הוא הסתכל על המשפטים, על משהו דרמטי. До этого он смотрел на драматическую картину суда. אבל פתאום הוא מסתכל למעלה. Но вдруг он поднимает глаза наверх. והוא רואה שבאותו רגע כשמשהו קורה במשפטים נגד בבל. И он видит, что в тот момент, когда происходят суды против Вавилона. Элохим עושה עבודה גדולה בתוך מאמינים. Бог совершает великую работу в верующих. ואני לא הייתי קורא את הדברים האלה שזה רק קורה בשמיים. Я бы не стал читать, что все это происходит только на небесах.
Говорится про нас. Те, которые живут на земле. И я читаю. Мятхала. Потом я услышал слово, словно был гул огромной толпы в небе, восклицающий: «Аллилуйя! Иешуа, слава и сила у нашего Бога! Потому что верны и правы его приговоры, он осудил великую развратницу за то, что она своим развратом раскрыла всю землю, и воздал ей за кровь слуг своих, они карате их». Амар. Я читал, как один переводчик сказал. Только евреи на небесах рады, что Бог сокрушает Вавилон. И христиане не рады. Как христианин может быть рад, когда кто-то страдает? Скажу вам, что это ерунда. Это форма. Здесь не говорится про личности. Те, которые принадлежат Богу, радуются, что пало зло. Пасук Хамеш, и раздался голос престола, говоривший: «Хвалите Бога нашего, все слуги Его, все чтущие Бога и малые, и великие». И услышал, словно бы гул огромной толпы, или шум водопада, или гром могучих громов, говорящий: «Аллилуйя! Воцарился Господь, наш Бог Вседержитель! Будем радоваться и ликовать, воздавать Ему славу, потому что хатуна эцель сей». Потому что есть, совершается бракосочетание Агнца. Анахну шаяхим ли Иешуа. Мы принадлежим Иешуа. Ахатан шилану адайн осе геула бамромим. Наш жених в вышних местах совершает искупление. Но в один день он вернется. Ухозер. И когда он вернется, зело маше никра хатуна бамаут хаэноши. Не имеется в виду свадьба человеческая. זה לא, אתה מסכים להיות בעל שלה? לא, כן. Это не то, что ты согласен взять ее в жены, а ты его в мужья. Это не то. Это возвращение царя. И зло бежит от его лица. И вдруг люди вздохнут с силой и с облегчением. Он восстановит все, что было разрушено. Произойдет исправление мира перед нашими глазами. פשוט בורחת. И зло убежит. בן אדם שסובל ממחלה פתאום מרגיש איך רפואה נכנסת לכל הגוף שלו. Человек, который страдает от болезни, вдруг почувствует мгновенное исцеление. בן אדם שהיה תלוי באיזשהו בעיה פתאום מרגיש וואו. Они ховши, они эти эвед, акшав они ховши. Человек, который был рабом какой-то проблемы, вдруг почувствует свободу. פתאום коля ציורים של שנת יובל. Вдруг все рисунки юбилейного года. תקיעת בשופר. Вострубить в шофар. חוזרים למשפחותינו. Возвратиться в свои семьи. להשתחרר מכל חוב. Освободиться от всякого долга. ממחלה מתגשם. От болезни все это исполняется. וכתוב. И написано. תקראו, написано, פסוק 9. 9 стих. И говорит: запиши мне, счастливы те, кто попал к ягненку на свадебный пир. И говорит мне: вот истинное слово Бога, я пал ниц к его ногам, чтобы преклониться. Но он говорит: не делай это, я малах, я ангел, я тебе говорю, что будет. Поклоняйтесь Богу, ведь свидетельство Иешуа – это дух пророчества. И увидел я, пасук и хадесер, увидел я раскрытое небо, и вот белый конь и всадник на нем, его называют верные истины. Он судит и воюет по справедливости, его глаза, как пылающий огонь, на голове у него множество корон, ведь его назвали царь царей. У него имя написано на нем, которое никто не знает, кроме его самого. На нем плащ, окрашенный кровью. И имя, которым он зовется, Слово Божье, пасук Арбаэсре. Небесное воинство следовало за ним на белых конях, одетые в тонкий лен, белый и чистый. Эх, Йоханан ядаше зе пиштан. Как Иоанн знал, что это лен? Кизе лаван. Потому что это было белое. Лёя шам текен, пиштан. Не было там написано, что это зе хазон. Лен. Это видение. Зе хазон, зе невуа. Это пророчество, это видение. Зе
זה חזון ונבואה על שינוי. Это видение об изменении. אז אם אנחנו נתחיל לצייר את הצורות האלה בדיוק, если мы точно начнем рисовать эти фигуры, ונתחיל לחשוב, и начнем думать, מי זה, מה המשמעות של זה? В чем смысл этого? То нет конца и края. Потому что наша фантазия может бежать вперед нас. Но когда наша душа слышит эти вещи, когда наш дух слышит такие вещи, мы знаем, что возвращается Иешуа. Вдруг мы чувствуем, вау, они миурав. Я в это вовлечен. Есть раши, они עייף ממנו. Есть зло, от которого я устал. יש רע שאני עושה אותו ואני עייף ממנו גם. Есть зло, которое я делаю, я устал. אבל אני מאוד רוצה אותך, ישועה. Но я хочу тебя, Иешуа. ואני מאוד רוצה כוח עליון שמשחררת אותי לנצח. Я хочу высшую силу, которая отпустит меня навсегда. יש אנשים שאני רוצה לחבק אותם ולא יכול. Есть люди, которых я хочу обнять, и я не могу. אבל כוח שלך משחררת. Но твоя сила освобождает. И изменяет, ומירפה. И исцеляет. Об этом написано в книге Откровения. И это будет. Частично это уже произошло. Частично это произошло. Возможно, есть люди, которые ненавидели друг друга, и Господь исцелил их уже. Но в глобальном смысле это будет еще.